Здравствуйте. Вы Галина? Галина. Меня Алексей зовут, мы здесь проездом просто были. Скажите, пожалуйста, вы здесь живете постоянно, да, в Людкино? Да. А вы не слышали, что здесь было родовое поместье Орловых? Нет. Не слышали? Вообще нет. Про историю деревни ничего не знаете? А вы кто такие? Я из Твериграда, корреспондент. Мы просто здесь проездом были. Слышали, что здесь в Людкино родовое поместье Орловых было. Ну, вот эти графы, помните, да? Угу. Не слышали вообще? Нет. И по истории деревни ничего не знаете, да? Нет. Понятно. А старожилов здесь больше нет, да, получается? Нет. Все приезжие только, да? Ясно. Ну ладно, извините, до свидания.